Дэдбрейг, $1. В моей идеальной Украине будущего следующим президентом будет дядя Бонов. Да, сценарий нереалистичный, но зато какой сбой в матрице будет. Я считаю, что Бонов должен быть мэром Киева. Я считаю, слушай, если у Кличка получилось плюс-минус, то Бонову сам Бог велел. А президентом надо урагана назначать, короче. Не, я считаю, Бонов как бы в качестве мэра Киева было бы идеально.